Шанхая был представлен новый компактный кроссовер Hyundai Creta, который на китайском рынке известен под именем Hyundai iX25. Производить паркетник Hyundai iX25 начнут в ближайшее время на совместном предприятии Beijing Hyundai. Купить в России Hyundai Creta в новом кузове можно будет не раньше 2022 года. Creta для Китая, сменив поколение, стал выглядеть более ярко и современно по сравнению с первой генерацией. Новинка получила огромную решетку радиатора, построенную в 3 этажа оптику и стильный бампер. В кормовой части кроссовера мощная дверь багажного отделения с крупным спойлером в верхней части, светодиодные габаритные фонари и стильный бампер с дополнительной светотехникой. Интерьер нового авто получил качественные отделочные материалы и массу опций, так что даже не верится, что перед нами салон бюджетного кроссовера. В салоне установлен огромный экран мультимедийного комплекса, мультируль, круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида, опциональная система кругового обзора, а также масса электронных помощников и ассистентов. Этому еще добавим бесключевой доступ в салон с кнопкой старт-стоп двигателя. Кресло в первом ряду с анатомическим профилем и отделку салона перфорированной кожей. В плане техники никакой ясности нет, производитель об этом пока умалчивает. Можно только предположить, что под капотом кроссовера пропишутся бензиновые турбомоторы, 120 сильный 1-литровый и 140 сильный 1,4 литра, которые будут работать в паре с шестиступенчатой механикой или роботизированной коробкой передач 7DST. Также не исключено, что в качестве базового для новинки предложат 1,6-литровый 125-сильный мотор, который будет работать в паре с 6-механикой или аналогичным автоматом.